Друзья, добрый день! Сегодня у нас красавица Черри-бомб в обзоре. Первое цветение малышки. Это не простая Черри-бомб, это Черри-бомб ES2 от садовника Ефон. И вот такая вот крошечка приехала в размере 1,7 год назад. На самом деле там была совсем малютка, флосеныш. И видите, за год она прекрасно нарастила корневую систему и решила процвести. И процвела по сорту, по мутации, чему я безмерно рада и счастлива. Это невероятно красивый сорт, я мечтала о ней несколько лет. Потом он появился у садовников, его расклонировали. Я, конечно, была безмерно счастлива. Тот случай, когда я купила всего один экземпляр и сразу удача. Так бывает далеко не всегда. Но с этой малышкой мне очень повезло. Есть еще Черри-бомб обычная. Она, конечно, отличается и формой, и рисунком, и окрасом. Как по мне, Черри-бомб ES2 все же поинтересней. У нее вот такие вот золотые прожилки. У нее очень красивая форма петалей, резная. Черри-бомб ЕС обычная, она попроще. И смотрите, такое ощущение, что цветок красный. И эта иллюзия создается благодаря тому, что чередуется рисунок вишневый с желтым. И нам кажется, нашему глазу, что цветок красного цвета, хотя это не так. Сейчас даже покажу вам в сочетании с другими орхидейками, сравните цветовую гамму. Ну вот, к нам в кадр подъехала жемчужина императора. Посмотрите, насколько разная цветовая гамма. Хотя и у черри присутствует именно этот оттенок в окрасе. Очень интересная девочка. Да, они обе интересны, я их обеих очень люблю. Но разница в том, что жемчужина у меня давно, постоянно цветет. А вот черри дала первое цветение. Сейчас поближе ее рассмотрим. Ну, вот такая вот малышечка. Посмотрите, какие полосы. А защип у нее словно хвостик какого-нибудь скорпиона. Видите, раздвоенный. Очень интересный сорт. Очень красивый. Я очень люблю детали. Всматривать их и показывать вам. Хищный окрас, яркий. О, даже сейчас солнышко выходит. Можно рассмотреть внимательно. На улице уже почти ноябрь. Солнце бывает редко. Ох, уже эти пятнышки на защипах. Хищная девочка. Красота, невероятная красота. Конечно, изюминку придают вот эти вот золотые разводы по краю лепестков. Прям багрянец с золотом. Дорого, богато. Красавица. Цветок очень крупный. Я в восторге от этой крошечки. Ну вот, посмотрите, стаканчик, видите, он небольшой. Излюбленные стаканы для 1,7, для стандартных 1,7, не для тех, которые приходят совсем крошками. Для совсем маленьких у меня рюмочки. Ну вот, показала я вам эту красоту. Расскажите, есть ли она у вас коллекция. О, к нам сюда решила подойти Ленуся. Ребята, посмотрите, вышло солнышко. Могу показать вам еще ближе, еще эффектнее она смотрится на солнце. Она красная, действительно. Очень красиво. Удача просто поймать солнышко вот в такую погоду, когда сплошные дожди по прогнозу. Ой, какая малышка, красавица. Очень она мне нравится.
невероятный сорт. Я счастлива, что она появилась в моей коллекции. Ой, краса. Ну, расти, девочка. Становись большим взрослым растением и радуй пышными цветениями. А я постараюсь все для этого сделать. Пишите в комментариях, есть ли у вас этот сорт, хотели бы его приобрести. Рассказывайте о своем опыте. Подписывайтесь на канал. Всего хорошего!